И смотрите, пожалуйста, какие, какой большой выбор диспенсеров. Это только один ряд. Ряд светлого и ряд синих оттенков. Вот это, к примеру, стекло, подставка для щеток и несколько видов, поднос и мыльница. Ну, какая прелесть. Вот, конечно, выглядит потрясающе. Это керамика, объемный рисунок. Потому что если что касается, да, мальчиковых комнат, то тематика именно мальчиковая, но кроме синего цвета или черного, их не так много, но это просто прелесть. Ну, конечно же, мой фаворит. А как же, куда же без золота? Керамика, судя по сколу. И такой приятный цвет, золотой. Дальше. Ну, это пластик. Ну, тоже так выглядит презентабельно. Довольно-таки тяжелый. И несколько видов мыльниц. То есть в каждом наборе, ну, как минимум, 3 предмета. Это самый обычный пластик. Вот еще под бронзу банка, дозатор и мыльница. Ой. Но оказывается, это еще не все. Вот еще витрина. То есть полностью готовые наборы. И внизу, как вы видите, ёршики для туалета, для унитаза. Но это еще не все. Вот еще витрина. Для малышковой комнаты тоже керамика, для брутального мужчины эффектно черно-белая, тоже из 3 предметов. Смотрите, какая прелесть, я не знаю, вот до сей поры даже не обращала внимания на такие штуки, но как бы у меня мыло Локситан, оно уже идет в упаковке. Ой, ну какая прелесть. Ну, послушайте, сложно определиться, но ей-богу. Еще красота. Вот, не знаю, в данный момент я подумала о Диане. Диана, привет. И о Оле. Оля как раз переделывает комнату для своего малыша. И смотрите, сколько... Сколько всего. И повторюсь, и нижний ряд, я вам просто не показывала, везде идут ёршики. То есть, да вот еще. Имитация дерева. Ну, это пластик. Ну, смотрится эффектно. И он такой супер легкий по размеру. Зеркала тоже в разных цветах.